И всем привет, друзья! С вами канал Варинг Шуг, я Артём, и сегодня мы будем исследовать зону 51. Как всегда, ищем себе приключения на одно место. Ладно, короче, сегодня мы будем исследовать зону 51. Будем смотреть, тут есть какие-то локации. Ничего себе, быстро! О, здорово! Так, короче, сегодня мы будем исследовать, убивать этих монстров дурацких. Ну и летать с помощью вот этой штуки. Ну, попьем еще этой водички и станем еще быстрее. Так, давайте заморозим вот этого чувака. Чувак, уйди. Ох ты, уворачиваешься. Или оно, или что это такое. Я не знаю. О, сюда куда-то. А, не-не-не, туда нам точно не надо. Потому что там вообще тупик и... Стоп. У меня же есть вот эта штука. А ну-ка. Опа-на. Оп. Не, ну замечательно. Кстати, тут можно паркур пройти. Опа. И это второй входик, он такой маленький. Закроем дверь и пройдем паркур. Хупана, хупана, хупана. Ну, я не мастер, конечно, паркура, и никогда его, в принципе, я и не проходил. Да и, в принципе, я не люблю паркур. Ну, в принципе, что-то понимаю. Тихо. Осторожно. Упали. Побежали заново. Трепать себе нервы с этим паркуром. Ну, конечно, а что же мне еще делать? Во, вот эта штукенция очень крутая, кстати. Так что мы ее... Давайте поставим мину, тут нафиг она нужна. Может, кто-то будет проходить. Какой-нибудь монстр будет проходить паркур, я представляю. Он такой... О, а это что? Это новое оружие? И потом бы-быщ. Так, можно выйти, скажи. О, стоп. Я опять... Опять. Я сделал все не так. Да блин, это... Ну, паркур, в принципе, не такой уж и сложный, но не такой уж и простой. Лично я, когда его в первый раз проходил, у меня так бомбило вообще. Да что ж он прыгает? У меня автоматом прыжок включается. И главное, что в Майнкрафте это можно убрать, а в Роблоксе нет. Хотя, может, можно. Так. Вот эта штука. У него очень приятный звук. Так, просто давайте уже найдем этих монстров. А то мы тут ходим, ничего не понимаем. Хотя понимаем. Так, пойдем сюда. Я, кстати, вон в тот проход, я залезал, и у меня была эта штука. И я... Тугодум такой, что я не смог додуматься, раз у меня вот эта штука есть, я же могу по потолкам лазить. Так. Есть тут кто-нибудь? Нет, нет, нет. Вот, хорошо. До свидания. Так. А тут есть кто-нибудь? Вот, вот этот бешеный. До свидания, бешеный. Так, есть тут кто-нибудь еще из монстров? Видимо, нет. Ну, давайте улучшим свое оружие. По-моему, это... Штука где-то...
Как я попал? Несколько раз причем. Да. Да. Ну. Да. Как ты что-то делаешь? Так. Сейчас мы отомстим этому. Нет, это какой-то люк непонятно для чего нужен. Сейчас мы этой бабке устроим такого веселья. Не забудет. Да где она? Ёперный ковер. Вот этот? Да, этот. Где ты? Ага. Так, ну и... Тут... сейчас прям. Обязательно попадусь. Вот сейчас пойду прям туда и встану. А где она? Ты что там круги наворачиваешь? До свидания. Мне показалось, тут кто-то ходил к нему. А, да. Тебя тут очень ожидал увидеть. Ух ты. Чувак, ты вообще это... Ничего не помогаешь мне. Этот чувак был здесь, и ему вообще пофиг на было на монстра. А запись идет? Идет. Так. Давайте еще минут 5 тут побегаем, поизучаемся. Опа-на. Точнее, полетаем на вот этой штуке. Да. Полетали. Я человек-паук. А чё, тут никого нету? Так, давайте посмотрим, на каком я месте. Ну, в принципе... Ёперный ковёр! Да что ж такое? Ну, в принципе, я на втором месте, это меня устраивает. Да. Ой, какой-то еще чилик. Давайте ему поставим туда. Мину это. Встань сюда. Ладно. У вот этого вот чела 5000 килов монстряек этих дебильных. И он так неплохо играет, прям как я почти. Здорово. Так, вот лифт едет. Пошли, пошли, пошли. Сейчас будем разбиваться с монстрами. Здорово. Так. Да я знаю все. Что ты думаешь? Я эту карту играю как новичок, что ли? Нет. Нет. Ай! Я куда-то упал. Ну, понятно. В принципе, ничего ожидать и нельзя было. Ай, кактус больно бьет. Кстати, вот про вот эту штуку вы, наверное, знали. Ну ладно, давайте на фоне этой прекрасной зоны 51 мы будем заканчивать. Ну а с вами был канал Вареник Шоу, и мы сегодня исследовали зону 51. Сегодня мы поубивали монстряк всяких дурацких. Ну что, с вами был канал Вареник Шоу, я Артём. Всем удачи и всем пока-пока.